Привет, дорогие марафонцы! Мы начинаем. Сегодня в эфире фея-тренер Вика и фея Саша Сухарик. Посмотрите на наш образ сегодня. Я в костюме оливки либо лягушки. Саша полностью в Блэкстаре. Красотка-звездочка. Будем работать для вас. У нас сегодня тренировка, которая называется «Марафон выносливости». Это формат HIIT. Высокоинтенсивная интервальная тренировка. Она работает по строго выведенному протоколу времени. Этот протокол по следующей схеме. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. В каждом круге 8 подходов. Между кругами пауза 1 минута. Круга всего будет 4, мощных 4 круга. В основном это кардио нагрузка, плюс где-то это будет пересекаться с прессом и, возможно, работой на спину. Прям супер силовых упражнений не будет. Выносливость, прокачаем сердечную мышцу, поднимем себе настроение и просто поработаем свое удовольствие. Разминка уже позади. Занимайте свои места. Вам понадобится только вес собственного тела, немножко воды и боевой настрой. Все, погнали, начинаем первый круг. Итак, мы начинаем работать. Оборудуйте себе рабочее место. Зайдитесь хорошим настроением, позитивным. Каждый работает по мере своих возможностей. Кто-то хочет делать быстрее, здесь нет синхронной работы. Кто-то хочет чуть медленнее. 45 секунд в вашем оптимальном темпе. Итак, мы начинаем. Поехали. Все. Первые 8 подходов по 45 секунд. На мягких ногах 4 шага вперед, 4 назад. Подсели, спина прямая, пошли. Раз. 2, 3, 4 назад. Мы начинаем согреваться. После разминки нельзя сразу начинать скакать в безумном темпе. Нужно постепенно входить в процесс. Плюс формат HIIT, он всегда рассчитан на то, что темп начинает нарастать с середины музыки. Пошли вперед, вперед. Я скажу, когда будет время, и вы сможете проявить себя. Вот сейчас давай добавим. 1, 2, 3, 4. Хоп, 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 хоп. Дыши. Не вставай, как будто под колючей проволокой. Ходим. Давай, дыши. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хоп. Не вставать, как наступление гномов. Супер, дыши. Почувствуйте приятное тепло в ногах. А следующие 45 секунд мы проведем как будто бы на батуте, только без батута. На мягких ногах, широко и узко. По 2 прыжка. Готовы? Поехали. И здесь тоже не на прямых. Мы все время на мягких работаем. На мягких ногах. Хорошо. Прокачиваем себя. Дышим, дышим. Молодцы. Здорово. Хоп. Мягко. Подсесть. Дышать, дышать, дышать. Браво, хорошая работа, молодцы. Третий подход. Берем в руки скакалку. Представьте, что у вас в руках воображаемая скакалка. Мы будем крутить и бежать, высоко поднимая колени. Приготовились. Поехали. Бежим на скакалке. Крутим, крутим, крутим. Здесь, опять же, у каждого свой уровень интенсивности. Понимаете, можно бежать вот так вот, высоко поднимая колени. Прям очень интенсивно. Можно чуть сбросить темп и поработать спокойнее. Вопрос, как вы себя ощущаете. Это не значит, что можно сочковать и лениться. Это значит, что можно адаптировать под себя. Крутим, крутим, хорошо. Дышать, дышать. Дышим. Дожать, не останавливаться. Браво. Отличная работа. Очень хорошо. Мы уходим на коврик. На предплечье планка. Делаем 4 шага вперед. 1, 2, 3, 4. 4 назад. Хорошо, согреваемся. Здесь данное упражнение нам для прогрева.
для прожарки пресса, для того, чтобы включить спину в работу. Значит, смотрите, не допускайте того, чтобы у вас был прогиб поясницы. Держите, пожалуйста, сильный кор. Не сдаваться, не сдаваться. Давай, включайся. 4, 3, 2, назад. 4, 3, 2. Шикарно, работать. Раз, два, три, четыре. Еще. Хоп, хоп. Давай, давай, дыши. 4, 3, 2. Давай, 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 выжимай. Тяжело, я знаю. Пресс горит. Удержи просто планку, если не можешь ходить. Супер. Шикарная работа. Наверх. Будем повторять. Начинаем с хождения вперед-назад. Подсели на мягкие ноги. Ходьба под проволокой. Спокойно. И раз, два, три, четыре. Раз, два. Не вставая. Реально марафон, да? Нам нужно выдержать. И в конце увеличить скорость. Вперед, спокойно. Давай, давай. Дышать, не вставать. Смотрите, мы не разгибаем ноги. Все время работаем на мягких. Добавим интенсива. И па-па-па-па. Четыре. Не вставай. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Хоп. Держись, держись, держись. Браво, хорошо. И вот уже безобидное упражнение. Гном не кажется таким уж безобидным. Дышите. У нас батут. Давайте, джампинг. Широко и узко. Готовы? Поехали. На мягких, не вставай. Помним все время про ту самую колючую проволоку. Держись. Дышать, дышать. Супер, молодцы, отличная работа. Осталось два подхода. Скакалка и пресс в конце. Скакалочку заряжаем. Взяли в руки. Бежали. Бежим легко, легко. Думать, переключать свои мысли. Точно не думать о том, что вам сейчас тяжело. О том, что вам тяжело. Работать спокойно. Все нормально, тренировка рабочая, оптимальная. Тем более, каждый выбирает темп и интенсивность под себя. Крутим, крутим. Давай, 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 выжимай. Шикарная работа. Хорошо, осталась планка, финальный раунд. Прожгем. Готовимся. Выходим в планочку. Четыре вперед, четыре назад. Раз, два, три. Четыре. Смотрите, я не прогибаюсь в спине. Мне важно держать корпус. А таз немного наверх, как арка, приподнят. Включайся. Четыре, три, два. Дыши. Четыре, три, два. Еще. Четыре, три, два. Супер. Работать, работать. Давай, давай. Выжимай. Хоп, хоп, хоп. Дышать. Упражнение на включение, как активация. Шикарно работает. Очень тяжело. Подержи планку, если совсем сдаешься. Ну не падай на пол. Саша, держись. Еще. Четыре, три, два. А-а-а. Браво. Просто до боли. Ух. Дышим. Итак, засекаю сейчас минутку отдыха. Мы отдыхаем, ходим. Кому нужна, пьем водичку. Самое главное, не лежим, не сидим. Оптимально ходить, дышать, можно танцевать, двигаться. Вам должно быть сейчас комфортно, вы должны отдохнуть и начать уже новый круг
Полными силами. Впереди круг номер два. Настраивайтесь, заряжайтесь. Отлично. Самочувствие, все хорошо? Прекрасно. Дышим. Так, значит, схема работы понятна. 8 упражнений. И вот чувствуйте этот. Начинай. Постепенно, плавно входим, да? А потом можно уже показать то, на что гораздо добавить темпа. Дышите, будем начинать. Итак, заряжаемся. Второй круг будет такой, прям кардио-кардио. Направленность. Настраивайтесь на работу. Мы начинаем. Готовы? Итак, на свои коврики располагаемся. Мы опускаемся мягко на колени и мягко встаем наверх. Хорошо? За счет веса собственного тела. С одной лидирующей ноги поехали. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вот в таком темпе с нами работайте. Начинайте, пожалуйста. Не нужно сразу гнать. 45 секунд. Очень трудно поработать прямо в ударной такой позиции. Еще в таком темпе. Помогайте себе руками. Полностью вставайте. Суперфункциональное упражнение. Я его обожаю. Еще, чтобы ваши колени совсем не засохли. Да, вот сейчас можно ускориться, кто хочет. Дыши, держись. Хорошо. А, горячо. Давай. Ай, шикованно. Оставайся внизу. На коленях остаемся. Сейчас будет классное упражнение на боковые поверхности. Садимся на бок и встаем, выталкиваем себя тазом. Готовы? Поехали. Садись до той степени, пока ты можешь встать. Очень крутое упражнение. Работайте. Давай, дыши. Выталкивайся вверх. Дыши. Выдох. Усилие. Вдох и выдох. Хорошо. Обязательно важно дышать. Вообще, в принципе, нет неправильного дыхания. Дышите, как вам комфортно. Шикарная работа. Молодцы. Отлично. Встаем наверх. Естественно, мы меняем лидирующую ногу. Значит, опускайся на колено, вставай наверх с другой ноги. Начинаем в спокойном режиме. Готовы? Поехали. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх. Пух, пух. Ха, ха. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно чуть быстрее. Хоп. А может кто-то готов? И 45 секунд готов поработать на высоком темпе. Поработайте, лишь бы вы себя чувствовали оптимально хорошо. Это самый важный критерий тренировки. О, жара. Дыши. Хорошо, уходим вниз. У нас отжимание. Light gym. Готовы? Поехали. Вниз. Оторвать. И наверх. Хоп. Просто оторвите руки на уровне глаз. Даже не надо никуда вытягиваться. Не плюхаться вниз. Первым вы должны положить желательно грудную клетку и мягко погрузить живот. Кому очень тяжело, подставляйте колени. Это нормальная практика. Дышать. Не сдаемся. Бум. Давай. Выжимай. Не спешите. Жги. Дожать. Супер. Руки загорелись. Отличная работа. Мы снова меняем лидирующую ногу. Повторяем. Готовы.
Давай, давай, дыши. Пульс пошел наверх, это нормально. Держись. Вверх. Ноги на взрывной силе работают. Что помогает нам? Значит, какие плюсы, преимущества интервальной тренировки? Помогает нам качественно прокачивать свое сердце, помогать ему качать. Плюс жиросжигание. Оставить. Боковушки. Значит, от того, что мы работаем по строгому протоколу времени, организм четко понимает, что мы от него хотим. От этого процесс жиросжигания идет качественно. Все как часы. В нашем организме все работает по своему режиму, понимаете? И когда мы задаем ему его правильно, во всех смыслах, он не будет нас обманывать. Он будет работать только в нашу пользу. Давай. Качай, качай. Дожать. Шикарная работа. Хорошо. Еще один подход. Колени вниз, вверх. Я от вас отстану. Наверное. Готовимся с другой ноги. Мягко, только не бросать себя. Это важно. Поехали. Чтоб колени не болели, хорошо? Не бросай себя. Наверху такой подпрыжечкой, как вот мы делаем, менять намного легче. Тогда мы идем в каком-то едином темпе работаем. Это получается как единый механизм. Жги. Ща. Выжимай. Саша, давай. Да, сейчас некомфортно. Надо потерпеть. Дожать. Есть. Супер, остался финальный подход второго круга. Это light gym. Руки, спина. Прожигаем. Готовимся. Поехали. Сильно, мощно. Помните, что не нужно в ките сразу разгоняться. Постепенно. А в конце уже можно добавить. Давай, работай. Каждого свой темп. Это не на синхронность. Терпи, держись. Давай, давай. Выжимай. Браво! Шикарная работа. Что, может, уже расходимся, Саша? Мне кажется, два круга достаточно. Попейте воды. Не тут-то было. Запланировано 4. Надо работать, дышать. Держитесь. Фух. Дышим, дышим, ходим. Восстанавливаемся, отдыхаем. Пауза. Вода. Прием, прием. Так, значит, вы должны быть уже такие влажные, я бы сказала. Очень надеюсь на это, что вы так же, как и мы. Мы с Сашей сегодня шли байки. Сгоняем вес, как боксеры. Нам еще баллоньки наверх надо. Вот. На самом деле, поработаем в удовольствие. Еще 2 круга. Да, будет некомфортно, но это надо пережить. Хорошо? Все, заряжаемся.
Круг номер три. Готовы? Сейчас пресса хорошенечко добавим. Пресс плюс кардио будет. Готовы? Итак, мы начинаем. Выходим сюда. У нас упражнение лыжник. Лыжник бежит по трассе. Бежит в подъем. Готовимся. Толкайся. Голеностоп. Хоп. 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 Переноси корпус вперед. Пух. Пух. Вот в таком темпе. Мощно. Взрывная сила. Пам. Пам. И приземляться мягко. Мягко. Фух. Давай, давай. Выталкивайся. Пух. Пум. 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 Пух. Держи корпус. Добавь темп. Пам. 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 Дыши. Гребем, гребем, гребем еще. Дожимай, дожимай. Качественно работаем до конца. Супер. Должны работать так, чтобы не осталось в себе вопросов. Ложимся на коврик. Быстрей. Рука в сторону. Вы чуть-чуть боком. Внимание. Согнутым ногам, к прямым, к согнутым, хоп, к прямым. Опирайся на руку. Не будете опираться на руку, не получится. Пух. А. Бум. Давай, давай. А. Бум. А. Бум. У кого совсем не получается прямые, работайте только согнутые. Например, пам. Давай только согнутые вместе сейчас. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. Опора на руку. Выдох. Дыши. Выдох. Выдох. Дожимай. Хоп. Хоп. Опирайся. Класс. Наверх. Снова кардио. Выходим сюда. Дышим. Джампинг джек. Только джек. Прыжочки. Поехали. Кто здесь лайтовенько поработает? Держись, держись. Руки сильные, живот сильный. Не расслабляться. Держись. Начали чуть-чуть раньше в перерыве, да? Доделаем. Джек, ничего страшного. Браво. Хорошая работа. Естественно, пресс на другую сторону. Разворачиваемся. Готовы. Другим боком ложимся. Поехали. Согнутые. Прямые. Сначала поработаем так, потом оставим только согнутые, когда темп сократится. Точнее, наоборот, ускорится. Пам. Амплитуда сократится, я имею в виду. Оп. И бум. Вы должны быть полубоком. Давай, держись. Только согнутые. Пам. Выдох. Опирайся на руку. Выдох. Выдох. Держись. Выдох. Выдох. Терпи, терпи. Выжимать, выжимать. Давай, друзья мои. Кто сказал, что будет легко? Это же марафон выносливости. Надо терпеть. Название это подразумевает. О, да. Супер. Дышим, выходим на лыжника. Ух. Подышали. Хорошо. Ну что, Олимпиада? Погнали. Не заторапливайте. Начинайте выталкивание мощной стопой. Дальше встану. Держись. И можно. Амплитуда чуть короче. Темп чуть быстрее. Держись. Корпус держать, не болтаться, как сарделька в кастрюле. Еще. Давай, давай, давай.
Терпи, терпи. Хорош. Молодцы. Ложимся, пресс меняю. Сейчас чуть-чуть, чтобы было веселей. Уходим сюда. Легли, и только одна нога работает. Скрепочка. Мы складываемся. Смотри. Хоп. И хоп. Да. Пум. Пум. Полностью ложимся назад головой. Не боимся. Саша работает, вам хорошо видно. А я переодела кепку назад. Мне мой козырек, к счастью, не дает сделать это упражнение. Смотрим на красивую сухарик. Работаем вместе с ней. Я комментирую технику. На выдохе мы складываемся к одной ноге. Молодцы, здорово. Очень хорошо. Можно так, да? Можно касание ноги. Можно закрепиться ноги, на ноге чуть-чуть. Да, схватить ее. Вот так супер. С фиксацией получается. На выдохе задержаться. Отличная работа. Держись. Здорово, Санечка, давай. Подъем наверх, молочинка. У нас сейчас джампинг джек. Да, через 10 секунд уже прыжочки. Готовимся, прокачиваемся. Поехали. Каждый в своем темпе здесь работает. Главное не расслабляться. Держись, держись. Работать еще. Держать, держать, держать себя. Не сдаваться, товарищи. Я понимаю, что хочется уже все бросить и сказать, хлопнуть дверью. Да ну вас, друзья мои, но нет. Мы терпим. А, все, финальная скрепочка, ложимся. На другую ногу. Готовы. Другая нога. Поехали. Я полностью, видите, не опускаю голову, но можно опускать. Работаем. Держим этот темп. Очень хорошо. Это упражнение, оно доступно абсолютно всем. Тут просто есть момент, с какой амплитудой вы будете подниматься. И решать это только вам. Только вы можете это чувствовать. Дышите до самой победы, до конца. Дожимаем себя. Хорошо, осталось чуть-чуть. На выдохе сложиться. Сложиться на выдохе. Прекрасно. Держись, держись, держись. Браво! Александра, можно поваляться чуть-чуть. Очень хорошо, на самом деле, походили, подышали снова, попили воды, опять минутка паузы, и мы заходим на четвертый уже победный, финальный, заключительный круг. Пойду еще тоже чуть-чуть попью. Парик сухой. Дышим, дышим. Все, друзья, заряжаемся. Круг номер 4 победный. Тан-тан-тан-тан-тан. Ох, сейчас будет жесткачок. Угу. Нет. Ну, что-то будет перекликаться, что-то будет новенькое. Готовимся. Заряжаемся. Наверх выходим. Так, нам ковры с тобой вот так. Угу. Выходим наверх. Поехали с прыжочков. Начали. Работаем в режиме кардио. Прыжки вперед-назад.
Дышим, руки свободные. Держись, держись, держись. Хорошо, хорошо. На мягких ногах. Главное, вот на таких циркулях не прыгайте. Мягкие все время, мягкие. Работаем. Можно поставить пошире. Вам должно быть комфортно. Таз свободно работает. Не зажимайте себя. Держись, держись. Ух! Давай. Браво, хорошо, мы опускаемся на ковер. У нас, смотрите, сейчас будет сложное упражнение, но его нужно выполнить. Хоп, и вставание на ягодицу наверх. Хоп, можно делать замах. Поехали. Оп, ногой зашагнули, выросли вверх. Оп, полное вставание. У кого не получается вставать, смотрите, демонстрирую другой вариант. Вот здесь сит-ап, классический, только пресс. Да, мы с Сашей продолжаем работать. Обязательно пробуйте встать. Классное упражнение, тоже очень функциональное. Браво, мы остаемся на коврах. Очень хорошо. У нас с вами отжимание. Плюс подтяни ноги к бедрам. Готовимся. Один жим делаем с колен. Поехали. Жим и бедра. Хоп, обратно. Жим и бедра. Давай. Жим, бедра. Супер. Жим, бедра. Держись. Хоп, бум. Давай, давай. Работать. Кто хочет, отжимание работает без колен. Вообще нет никаких вопросов. Давай, держаться. Еще. Выжимай. Браво. Хорошая работа. Очень хорошо. Повторяем на другую ногу вставание наше. Готовимся. Да, нужно, чтобы нога зашагнула вперед. Готовы. Поехали. Качнись. Зашагивай ногой. Вырастай наверх. Ух. Вырастай. Видите, как я хитро берусь за бедра, когда качусь назад. Немножко себе помогаю. Можно пожульничать чуть-чуть. Никто же не запрещает. Давай, выполняй. Ах, Сашуля, давай. Подъем. Не сдаемся. Чуть больше зашагивай ногой вперед. Дай себе точку опоры. О, перекат. Да, есть четверочка была. И сейчас вспоминаем 4 лучших упражнения. Выходим наверх. Наверх. У нас снова лыжник. Поехали. Давай. Давай, давай, выжимай, это финал почти. Всего-то ничего осталось. И темп. Пам-пам-пам-пам-пам. Держи, держи, держи. Дожать. О, мне кажется, мы с Сашкой уже супертяжелые даже смотримся. Не думайте, что нам легко. Мы даже не пытаемся вам это изобразить. Ходьба, гномы. Сели. Пошли. Раз, два. Фух.
Кстати, упражнение смотрится, да? Смешно и прикольно, но оно такое достаточно функциональное. Если его правильно выполнять, очень круто прокачиваются, прорабатываются ноги, ягодицы. Пух. Давай, чуть ниже подсядь, дорабатывай, дорабатывай. Еще. Браво, молодцы. Очень хорошо. Держись, держись. Скакалочка. Вот сейчас втопим по интенсивности, и финал уже закончим более спокойно. Интенсивная скакалочка, 45 секунд. Поднимем пульс, давай. Бежим. Работать. Та-та-тан-тан. Поднимаем колено повыше. Крутим, крутим скакалку, молодцы. Держать темп, работать. Не сдаемся. Дожать, дожать. Боль. Финал. Болючая, ужасная планка, которой мы будем ходить. Четыре вперед, четыре назад, пожалуйста. Поехали. Раз, два, три, четыре назад. Держись. Давай, давай, выжимай, не проваливаться. Если что, просто статика планка. Тоже приветствуется. Держись, только локти ходят. Еще. Дожать. Давай, давай. Да! Подержаться. Оставь планку, держи. Все. Я даже не знаю, что сказать. Это такие мощные четыре круга. Абсолютно, которые совершенно точно останутся у вас в памяти. Останьтесь, пожалуйста, на своих ковриках. Я сейчас включу лайтовую музыку. Буквально две минуты нужно сделать заминку обязательно. Это для тех жуликов, которые сейчас решили выключить, забыть про меня и не делать после тренировки растяжку. Но растяжку мы сейчас делаем хотя бы двухминутную. Точнее, это будет не растяжка, это будет именно заминка. Вот. А если вы хотите сделать растяжку, она у вас прикреплена всегда. В группе вы в любом случае сможете сделать ее, когда захотите. Все, оставайтесь, пожалуйста.